Здравствуйте, дорогие друзья! В этом сюжете поделюсь с вами простым рецептом потрясающего напитка. Каждый свой день я начинаю со стаканчика этого напитка, и весь день чувствую себя такой бодрой, такой прилив сил. Этот рецепт достался мне от моей бабушки-долгожительницы. Сколько я ее помню, она никогда не болела, всегда была бодрая, в хорошем расположении духа, никогда не сидела на месте, всегда чем-то занималась. И не вязала, а бегала, занималась спортом. Все благодаря этому напитку. И я думаю, что причина этому – напиток, который она пила каждый день. Он содержит в себе большое количество витаминов, микроэлементов, положительно влияет на весь организм. Благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение, помогают улучшить память и зрительное восприятие, способствуют поднятию иммунитета. Готовится он очень легко и просто, и легкий. Я завариваю свой любимый чаек. 1 чайную ложечку зеленого чая на стакан или на небольшую баночку. Зеленый чай очень мощный антиоксидант, поэтому пью его каждый день. Добавляю сюда пол чайной ложки паприки. Паприка положительно влияет на кровеносную систему, улучшает пищеварение. Также добавляю пол чайной ложки молотого мускатного ореха. Мускатный орех благоприятно воздействует на организм, помогает при простудных заболеваниях, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает состав крови и помогает ее разжижать. Тщательно размешиваю и даю настояться полчасика. После этого выпиваю этот очень вкусный и полезный напиток. Была рада с вами поделиться. До скорых встреч!